Два КАМАЗа, два Урала, в них 50 украинских военных. Под присмотром ополченцев въезжают в аэропорт. Столько же покидают позиции. Очередная ротация. Выходим, строимся. Будем проверять магазины. Донецкая республика согласилась пропустить солдат в заблокированный новый терминал с минимальным боезапасом. 90 патронов. Украинцы пытались провести намного больше. Еще не знаю, не надо по дураков тоже включать. Там в договоре написано 90. Больше ничего. Нет, такими закидонами выгружайте. Вот там все, что за бочкой выгружайте. Вы сами просите ротацию. Мы действуем лояльно. Нет, давайте закончим, езжайте обратно. Это жест доброй воли. И этими действиями мы просто показываем, что мы более думаем о мире, чем Украина. Но всему бывает, приходит конец, терпению в том числе. Очень тяжело договариваться с обманщиками. Пока вывозили раненых, с другой стороны, украинцы завезли боеприпасы. Понимаете, ну это как? Ну это уже не военные. Если человек, офицер дает слово, что вывезет раненых, но слово офицеру можно верить. Так я понимаю, там нет офицера. Там человек, который обманул, прикрываясь ранеными, и завез боеприпасы.